Санкт-Петербурга. А борется у нас сейчас спортсмен из Крымского федерального округа Ифанов Иван и представитель города Москвы Муртозов Хабиб. Начало встречи, спортсмены. Уже 20-35 секунд прошло. Уже арбитр обоих спортсменов наказал наказанием Шида за пассивное ведение борьбы. Вообще рекомендует судейская комиссия в течение 30 секунд, если спортсмены берут захват и не пытаются делать атаку, то рекомендуется наказывать замечаниями. Это приводит к активизации спортсменов. Начинается другой рисунок борьбы, и кто-то все равно где-то ошибается, пропускает атаку. Поэтому рекомендуют в течение 30 секунд, если нету атакующего действия, то с обоих сторон, то наказывать обоих. Если, естественно, если один из спортсменов что-то пытается делать, а второй отстаивает, то, естественно, наказывать одного надо. Сейчас арбитр делает устное замечание спортсмену в синей дзюдоге за свободный выход за рабочую зону. Сейчас попытался сделать эту атаку туда из синей дзюдоки. Инициацию перехватил спортсмен в белой дзюдоке, но не получилось у него сделать контратаку. И они вышли за рабочую зону. Что такая вязкая борьба. Опять же, вот такая ситуация, как предыдущая была. Прошло уже 3 минуты основного времени. На табло у нас только по одному шиду у спортсменов. Почему основного? Потому что если встреча закончится с течением результата, объявляется сразу же дополнительная встреча Golden Score, правило золотой оценки, до первого замечания или до первой оценки. Вроде, на мое мнение, вроде там
свободный выход. Сейчас посмотрим, какое решение примет арбитр. Да. Арбитр объявляет замечание Шида за свободный выход с рабочей зоны. Пока преимущество минимальное у спортсмена в белой дзюдоге. Всего лишь одно. Два шида на шида. Вот сейчас идет атака в партере. Спортсмен в белой дзюдоге пытается делать болевой прием. Но это еще тактическая такая уловка. Если к концу встречи ты ведешь встречу, то можно уходить в партер, по возможности грамотно доводить встречу до конца. Прозвучала сирена на табло нули. Встреча закончилась. Вот, и эту встречу выиграл представитель Крыма Ефанов Иван. Тата Петри называется Екатерина Пинкова. Пауза. Саранская. Саранская область. Екатерина Хуйна. Центральная федеральная группа в Тарковской области. Победил. Ефанов. Хорошо. Шилова. Шилова. Куличенко готовится.